они проходят церемонии через определенное количество времени. Когда ты идешь в аскезе к самому себе, что такое аскеза к самому себе? Если мы говорим про монастыри, да, аскеза к самому себе, если мы касаемся монастырей, то это не только аскеза физического тела. Аскеза физического тела – это когда ты, например, в течение 2-3 суток подряд без малейшего подсыпания, просто, представляете, 3 суток подряд тебе дают ведро, и ты идешь несколько километров вверх набрать это ведро, а потом идешь несколько километров вниз, не пролив капли, и при этом все, что тебе нужно о чем думать, это всегда на протяжении 2 суток, представляете, беспрерывно, всегда думать, что я ступаю правой ногой, я ступаю левой ногой, я ступаю правой ногой, я ступаю левой ногой. Представляете, в какое состояние они заходят, говоря вот эти вещи. То есть они говорят те вещи, которые происходят с их физическим телом. Они себе не врут. Это истинность, которая есть на данный момент. И говоря это, их мозг больше ничего не может делать. То есть мозг понимает, что они не врут. Это истинность та, которая есть на данный момент. И через какое-то время мозг начинает отпускать человека. И ты просто идешь, и вот так вот, помимо того, что это монотонность, представляете, как можно устать за 2-3 суток, 3 суткам, когда подходит, когда ты ходишь туда-сюда бесперерывно, еще раз повторюсь, нет перерывов на отдохнуть, на попить, на поесть. Нет этих перерывов. И ты идешь вот в эти вот состояния, когда у тебя уже физическое тело на таком практически нулевая стрелка, когда ты уже ничего не можешь делать. Но твой мозг тебе не говорит о том, что ты не можешь ничего делать, потому что твой мозг в однотомной работе одно и то же. Он не может дать сигнал твоему телу, что оно устало. А тело, которое работает уже вообще в ноль, оно не может дать сигнал мозгу, потому что оно ничего не воспринимает, что ему нужно отдохнуть. И в этот момент, к 2 суткам уже, ты отсоединяешься от тела тотально. И сутки ты находишься вне своего тела, не улетая от него. Я не знаю, насколько это понятно вам, но я думаю, что вы все-таки это каждый в меру своего восприятия это схватите.